И снова здравствуйте. Продолжаем прохождение Фоллаута. Так как мы в прошлый раз сходили в славный город Конкорд и окультурились в местном музее, сегодня я решил сделать для своей персонажики праздник и сходить в тот же самый Конкорд по магазинам. Пойдешь в магазин? Радуется. Значит, проверяем, что у нас как перед выходом. Так, оружие у нас есть. Еды навалом. Боеприпасы во вполне приличном количестве. Ну, побежали. Как я и обещал, покажу, что я сделал со своим пистолетом пока. Пока я не прокачиваю свой пистолет из-за того, что не прокачал перки в дереве. И ставлю только то, что я сделать могу. То есть я поставил укрепленный ресивер, который добавляет нам урона по сравнению со всеми остальными ресиверами. Короткий ствол оставил, так как он дает повышенную точность при стрельбе от бедра. Удобная рукоятка, которая уменьшает отдачу и повышает точность при стрельбе от бедра. Штатный магазин. Больше мы пока сделать ничего не можем, пока не возьмем перк в дереве талантов. В Конкорде мы уже были. Играем мы не на выживании, поэтому можем пользоваться очень удобной фичей. Быстрым перемещением. Перемещаемся мы к Музею Свободы. Видимо, свобода у них закончилась, и ее можно посмотреть только в музее. Значит, тут есть один небольшой тайничок, который очень рекомендую вам посетить. Так как помимо опыта там лежит ядерный блок, который мы можем или продавать, или использовать в своей силовой броне. Так как силовой броней я не пользуюсь, единственное место, куда я все-таки пойду в силовой броне, это форт, который мы будем освобождать от всяких паразитов. Там без силовой брони будет скучно. А так, в принципе, не вложив ни одного перка в свое здоровье, ни восстановление здоровья, ни сопротивление урону, я на этой сложности чувствую себя замечательно. В принципе, если когда мы начнем играть на более высокой сложности, а это мы сделаем, можно использовать стелс и опять же обойтись без всех этих вкачанных лишних перков и чувствовать себя тоже прекрасно. Однако мы все-таки перками на скрытность пользоваться будем в дальнейшем, так как это дает нам огроменное увеличение урона. А отказываться от урона на более высоких уровнях сложности, по крайней мере, глупо. Здесь мы немножко собираем то, что плохо валяется. Ланчбоксы можно использовать для производства мин. Так что они тоже полезные. Скрытность пока не уходим. Как я сказал, незачем. Тут вот опять кротозайки. Или крысозайки. Еще одна крыса зайка была. Значит, быстренько все тут собираем, включаем фонарик на нашем пип-бое, не забываем. Чем хорош пистолет? Тем, что он, по крайней мере этот, дает
Достаточно большое количество очков действия, что позволяет нам вести практически непрерывный огонь из ВАЦа. Если взять пистолет другого калибра или самоделку, которая тут валяется в виде хлама, то очков действия, они же очки действия в ВАЦе, то есть выстрелы в ВАЦе, будут существенно ниже. Так, так, у нас, так как у нас есть, сейчас, секундочку, осколочные гранаты, попробуем порадовать местного кальмара. Вот он как обрадовался, аж подпрыгивает. Этим мы сэкономили огромное количество патронов, которые мы в противном случае вынуждены были бы потратить. И получили небольшое эстетическое удовольствие. Так, значит, есть места, в которые можно, то есть пролезть бывает сложно. Для этого у нас есть Петровна. Она залазит куда попало, берет все, что плохо лежит. Достаточно показать ей, что мы хотим взять. Не знаю, как она это делает, но у нее получается. Все то, что она набрала, можно у нее отнять. Hey. С помощью обмена. Что-то она там маловато понабрала. А, вот, она покидала их сюда. Так, плюс собачка у нас обладает начальными навыками взлома. Как это неудивительно. И вот здесь, в этом месте, вот, чтобы вы запомнили, да, вот где стоял этот кальмар, есть такой небольшой закуток, где лежит абсолютно ничейный ядреный блок. Далее продолжаем тут все собирать. Карабины я брать не буду, вы как хотите. Беличьи сухарики. Не знаю, зачем он отнял их у белки. Тот, кто положил их сюда. И журналка. Журналка, позволяющая наносить татуировки. Новая эта татуировка для лица. Не знаю. Татуировки я не люблю, особенно на лице. Но в крайнем случае продадим. Так, взяли тут торкату. И побежали дальше. Здесь вот веселый чувак. Здесь мы уже были. И тараканы. Так, при максимальном, при минимальном расходе боеприпасов мы получаем экспу и искреннее удовольствие от борьбы с вредными насекомыми. Все,
этот схрончик мы с вами зачистили. И бодренько побежали дальше. Сейчас я планирую заскочить в одно прикольное место, которое позволит нам с вами завести аж трех торговцев при правильном постановке вопроса. Сейчас вы, после того, как мы подойдем, увидите небольшую сценку. Предварять это событие я не буду. Всему свое время. Вылезли на свет Божий и поскакали дальше. Здесь, в принципе, можно полазить тем, кому охота, по соседним домам. Можно набрать вот тут справа предохранителей и лампочек. Но зацикливаться на этом мы не будем, так как пока они нам не нужны особо. Да и потом их по дороге столько будет, что бегать за какой-то определенной лампочкой, я считаю, неправильно. Впереди виднеется первая торговка, которая будет у нас с вами на селе. То есть она будет приходить к нам и как бы предлагать свои услуги. Все, что надо, это немного с ней поболтать. So what's your story? Looking to trade? Rob me? Or just ask directions to Diamond City? Just looking for love, sweetheart. Girl, have you come to the wrong place? My loving days have long since passed. But I'll tell you what, beautiful. You made an old girl smile, and that ain't easy. You want to do some trading? I'll give you a discount. Вот так, с помощью нехитрого солдатского юмора, мы получили скидку. I've got a few minutes to browse. You break it, you buy it. Не знаю, что она имела в виду. Так, тут мы прежде всего отдаем то, что нам не надо. А нам не надо вот готовый завтрак, например, который дает нам 5 урона от радиации. Квантовый ядеркул пока продавать не будем. Мы ее потом помешаем с чем-нибудь и получим то ли кофе, то ли чай. В общем, что-нибудь получим. Кексы веселые ребята. Макароны с сыром Бланка. Пюре быстрого приготовления и сахарные бомбы. Мы не террористы, поэтому бомбы отдадим торговцу, чтобы, если чего, повязали ее. Так, дальше. Фаршированные яйца. Ням-ням. Изумительно. Так, дальше. Что мы здесь можем еще напродавать? Это наш хлам. И смотрим, что может предложить нам она. А может она нам предложить 81-10 миллиметровый патрон, что очень хорошо. Давайте эти прекрасные патрончики поменяем на патрончики другие. Вот, например, патрон дробовика, которым мы пользоваться не будем вообще. Патрон калибра 308, это патрон под снайперскую винтовку, так что пока оставим. Патрон калибра 250, то есть 38, 250 штук можно как раз тоже напродавать. Отмеряем нужное количество патронов. И совершаем сделку. В общем, все довольны, все смеются. Итак, впереди у нас виднеется торговая палатка. Там всякие ангары и прочие принадлежности рынка. Не хватает только... запруженную стоянку с автомашинами, но, слава богу, такого не случается. Значит, впереди у нас стоят два барыги.
у которых конфликт с барыгой из местной закусочной. Значит, выхода три. Можно с ними договориться и получить три торговца, которые будут находиться под нашей опекой вот в этом месте. Можно помочь барыге из закусочной. Можно помочь этому товарищу. Я предпочитаю, в принципе, договориться со всеми и получить три места сбыта награбленного. Поэтому мы с ними просто поговорим. I'm calling it right here. This world can officially bite my ass. Hey, we all got problems, all right? I'm just trying to collect on what's owed to me. Don't suppose you feel like helping us out? You'd use an extra gun, or maybe you talk some sense into Trudy over there. If I help, I expect to get paid. All right. I'm gonna pay you 100 caps. Why don't we make it 125? Sounds low. You're a businessman, right? You can do better. Okay, okay. 150 caps. Вот так мы развели его на 150 крышек. А теперь пойдем поговорим с Труди. Да-да-да, поддержишь ты меня. Материально, видимо. Так, вот здесь стоит суровая и неподкупная Труди. В принципе, она мне раньше продавала много чего полезного. Поэтому жертвовать ей я не стал бы все равно. Так, пробуем разойтись мирно. Look, you owe them money. If you just pay them, then this will be over. Everyone walks away without getting hurt. All right, I'll pay. But that bastard ain't gonna sell one more drop of jet to my boy. You hear that, Wolfgang? Итак, при правильно поставленной распальцовке мы берем бабки из Труди и с этого Вольфганга. И Вольфганг занимает место у прилавка, что нам только на пользу. Третьего торговца я имел в виду нашу милую старушонку, любительницу любовных забав, которая обычно тусуется тоже здесь после того, как выйдет из нашего лагеря. В итоге мы имеем три места сбыта. Денег у них катастрофически мало. Here. Now how about I show you all the pick-me-ups I have to offer? Поэтому чем больше торгуса, тем больше товара мы можем им впихнуть. Moderation. Вот у этого 284. Покупать мы у него пока ничего не будем. И Труди располагает. We're open for business again. A little lighter in the pocket, thanks to you. How about you buy something and make it up to us? И Труди располагает 305 крышками. В общем, в итоге где-то у них у нас с вами получилось 600 крышек, на которые мы можем сдать им товара. Что для начала игры вполне неплохо. Можно здесь пошариться. Здесь есть всякие ящички, мусорные баки и прочие места скопления бомжей. Но мы этим заниматься не будем. Мы с вами пойдем. Мы с вами пойдем вот сюда. Здесь, во-первых, находится карьер, а во-вторых, радарная станция, на которую мы с вами обязательно зайдем для того, чтобы взять там очень полезную журналку про то, как прятаться в тени. Она нам понадобится для будущего боя в стелсе. И не взять ее сразу было бы глупо. Поэтому побежали. Здешние места мы прошерстим немного позже. Тут тоже много чего полезного находится. Включая еще одну силовую броню. Но гады ее замуровали на кодовый замок. А мы пока во взломе терминалов компьютерных не сильны, да и уверен, сильны не будем. В принципе, нам для счастливой жизни это и не надо.
первым пунктом нашего назначения сегодня будет карьер. Карьер заполнен водичкой. Ну, тот, кто знает, все и так знает, а тот, кто не знает. В общем, карьер заполнен водичкой, которая мешает нам добраться до нижних уровней, где тоже есть много всякого прикольного. И куда мы впоследствии, после того, как поможем одному типану, обязательно заглянем. Самое главное — включить насосы для откачки вышеозначенной водички. Да и, в принципе, это по дороге, так что не будем лениться. Он на индикаторе замаячил значок карьера. Значит, мы на правильном пути. Лишь правильной дорогой идем, товарищи. Весело поскуливает Петровна. По синему небу плывут облачка. В общем, очень все пасторально. И наводит на лирический лад. Так, вот карьер. Чтобы не терять время, сразу пошарим по местным вагончикам. Соберем все, что нам может пригодиться. Вот, кстати, предохранитель попался. Наркота и еще одни татуировки. Что удивительно, тоже для лица. Видимо, других татуировок они не знают. Первый вагончик. О, как бедно. Второй вагончик. И самый главный — третий вагончик. Здесь обычно всегда бывает что-то интересное. Got it. Оттачиваем свое мастерство по проникновению в чужие квартиры. Yes. Вентилятор. Всю эту еду, которая с радиацией, я собираю, обычно впариваю этим барыгам. Весит она меньше, чем всякие дерьмовые карабины. Да, вот для тех, кто будет играть в мире, здесь находится первый серьезный инструмент двуручный, которым можно махать в свое удовольствие. Это молоток. Дамаг ДПС у него очень, в принципе, неплохой для начала игры. Но он медленный. А так как я вообще не понимаю, как можно с голой шашкой на пулеметы бегать, ценность билдов мили для меня сильно занижены. Hey. Так, здорово, Салли. I could use a hand here if you're all done gawking, you know. Ути-пути какие мы, а? I could probably help for a few caps extra. I was gonna give you something anyway. 75 caps for your time. Ты что, смеешь? Not sure if I'm up for it. A couple more caps might change my mind, though. Not gonna make this easy, are you? All right, 100 caps then. Да я вообще не сговорчивый. Throw in a few more caps and you've got a deal. Okay, 125, but that's it.
Вот, ребята, вы воочию наблюдаете то, что творит Харизма. В обычном режиме он бы вам никогда не дал больше 75 крышек. А так он нам отстегнул на жизнь вполне прилично. Поэтому почему бы не помочь? Вот он головой закивал, соглашаюсь. Так, здесь все понятно. Нам с вами нужно починить прохудившиеся трубы. Поэтому вспоминаем веселого Марио, который тоже был сантехником. И в припрыжку несемся их чинить. Значит, так. Зайдя в воду, мы начнем получать огромную дозу радиации. Поэтому предлагаю сразу, во-первых, убрать то, что на нас и так висит. Можно, конечно, еще закинуться радексом, который снижает, то есть повышает сопротивление к радиации. Но зачем тратить ценные препараты? Так, ничего не видно. Ага, вот он, крантик. Первый крантик. Второй крантик. И он там булькает. Третий. Так, все крантики мы этому Сале перекрыли. И теперь снова выползаем на пляж. Так, антирадин кушать пока не буду. Здоровье вполне навалом. Фонарик отключу. И пойдем сдавать квест. Сейчас, после сдачи квеста, к нам прибегут веселые кальмары. Чисто поинтересоваться, а что это мы тут понаделали. Hey. That's a ticket. Ой-ё. Так как деньги он нам отдал, ну, не ожидал я про то, что так скоропалительно нажму на спуск. В общем, пистолеты, как и в жизни, лучше всего носить на предохранителе. О, металлическая броня для руки, кстати говоря. Нам это пригодится. Так, Сале пришел конец. А концы, как известно, в воду. Ну, не совсем в воду, но смысл понять. Наш живой. На насос. И видим первого радостного болотника. В общем, с нашим дамагом пока серьезного урона мы ему нанести не можем. Болотником комбайнерка побеждает. И мы радостно несемся дальше. Теперь наша цель — радарная станция. Там тоже засели бандюки, которых мы сейчас с вами будем оттуда выстреливать.
смеркалось. Тут бродится собачка. Которая обошлась нам в 2 патрона. Еще одна собачка. Как они забавно кувыркаются. Подбираемся к радарной станции. Ага. И вон она как. Чё это с тобой, Петровна? А, это очередная крыса-зайка. Ну, по радостным выстрелам мы понимаем, что нас заметили. Ничего страшного и фатального мы в этом нет. Слышатся какие-то интимные придыхания из-за стенок. Сейчас пойдем позырим, что там творится. Ага. Ага. Это местным бундюкам тараканы спать мешают. Вот они прилетели мешать спать и нам. Фумигаторка в байнерка. Скажи насекомым нет. Последний вертки попался. Вот такие тут вдутни, которые насмерть загрызли, между прочим, рейдера. Ничего больше брать у него не буду, пусть даже не просит. Собачьи консервы. И патроны, которые нам не нужны. Сейчас мы с вами, то есть сейчас я обязательно вложусь в увеличение количества боеприпасов, находимых на трупах, которые позволят нам вообще не знать никаких забот и проблем с обеспечением себя боеприпасами в бою. Вложив 1 талант, мы сразу почувствуем разницу. Вот тут враги поставили ловушки, обезвредив которые, мы получаем много полезного. Так, вот планшетки советую сразу собирать, так как это винтики и пружинки. Или пружинки и винтики. Что, в принципе, не критично. Так. Ничего ценного больше здесь я не вижу. Эту дверь мы не откроем пока. Поэтому побежали знакомиться с местными. Оказывается, они побежали к нам сами. За что им большое человеческое спасибо. О, это откуда так? А, вот откуда. Да, вот.
20, кстати говоря, у нас встроенное большое сопротивление к урону, которое даже не зависит ни от брони, ни от сложных перков. Так что очень рекомендую поначалу пользоваться ватсом. Это позволит нам вкладывать очки, нужные в более полезные вещи. Тут иногда местные жлобы минируют туалеты для того, чтобы мы ими не пользовались. Обязательно. Обязательно. Так что открывать лучше вот так. Раз. И отходить. Иначе будешь приятно освежен. Так, смотрим. Что мы тут должны взять в первую очередь? А должны мы взять в первую очередь, как я уже говорил, вот этот перк, халявщик. Вы способны добыть припасы даже на поле боя и находите больше патронов в ящиках. Берем, не глядя. И второй туда же. После этого мы будем брать вот этот вот перк. Я тут немножко подкопил перков с прошлой серии. Думаю, всем это будет приятно. Берем. Теперь у нас не будет проблем с боеприпасами аж до самого 24 уровня. И при уничтожении врага ВАЦ мы будем иногда восстанавливать все очки ОД автоматом, что в купе с перком живчик, который гораздо быстрее будет нам восстанавливать очки действия, сделают получение этих очков действия автоматическим и очень быстрым. То есть мы будем стрелять в ватсе практически без пауз, что мне очень нравится. Значит, смотрим, что у нас тут дальше. Бутылка ликера, фу, какая гадость. Только водка. Так, здесь живут вполне серьезные ребята, поэтому все-таки придется кушать антирадинчику и заживать его отнятыми у белки сухариками. Какая незадача. Вот так вот, шутками и прибаутками молодежь встречает 1 мая. Sweet. Ну, не льсти мне, не льсти. Тут еще есть изолента. Теперь давайте попробуем, на что мы способны в стелсе. Во-первых, в стелсе у нас повышенная меткость. Во-вторых, всегда полезно, особенно на железной лестнице, которая издает всякие тревожащие окружающих звуки, сделать так, чтобы они их начали беспокоить в самую последнюю очередь. После проблем с заказом места на кладбище. Берем плитку. Да, не забываем, здесь у нас находится кексы веселые ребята. Здесь у нас с вами находится очередной ядреный блок, который мы быстренько коммуниздим. Хлопковая пряжа тоже крайне полезная. Так, вот здесь надо поаккуратнее. О, здесь идет девушка с Максимом, живет. И идет, и живет. И что только с этим Максимом не делает. Девушка у нас закончилась. Зато прибежал рейдер. Видимо, Макс.
Ой, еще. Ребят, пацаны подбежали. Жалко, граната нет. Придется брать вручную. Ух ты. Он поднял Максим с тела погибшего товарища. Что-то они какие-то тут сообразительные. Да. Вот это правильно. Я люблю, когда за меня люди радуются. Так, откуда тут ведет огонь? Какая-то зараза. А! Угу. Он стреляет через трубы. Никогда так не делайте. Не попадете, и патроны зазря потратите. И вас очень сильно расстроит, подойдя поближе. Берем с него одежду с плюсиком. Это местный знак качества. Вот. Это, конечно, нас ни от чего не спасет, но почему бы нет? Дуршлаг. Нет, дуршлаг я брать отказываюсь. А вот миниган возьму с большим удовольствием. Ланчбокс. Вантус. Заметьте, эти вантусы нам будут встречаться на каждом шагу. Чё местные бандиты вытворяют с их помощью, я, честно говоря, не знаю. Фантазии у меня не хватает. Вываренная кожная броня для туловища. И расшитая броня для левой чего-то там. Давайте позырим. Почему бы, как говорится, и нет. О, она гораздо лучше, чем та, что мы нашли в самом начале. И это имеет какие-то плюсы. Ох. А это все барахло, которое стоит копье. А весит по 3 килограмма, мы с вами возьмем, да и выбросим. Разбирать ее не на что. А стоит она, как вы сами видели. Так, ушанка. Ушанка нам дает одно очко интеллекта. Так что возьмите это на вооружение. Не ходите зимой без ушанки. Умнее будьте. По крайней мере, будете казаться умнее. Смотрим, что у нас здесь припасено к нашему приходу. Не, плохо они подготовились. Приходит суперзвезд. Идем далее. Забираем у товарища винт. И вот здесь лежит сундучок с медальоном, который мы потом отдадим местным фермерам за крышки и экспу. Берем не глядя. Вещь хорошая. Ножницы мы брать не будем. Курсы кройки и шитья не для нас. Got it. Тут у нас ползают тараканы. Иногда с них среди них встречаются легендарные. Легким движением руки. Мы начинаем готовить их оптом. Следят за тем, чтобы не подгорели. Однако, как видим,
тараканов здесь тоже имеет специальную подготовку. И при взрывах прячутся. Легендарный. Так, не забываем перезаряжаться. В жизни так делать не надо. А в игре это экономит нам время при перезарядке в бою. А в жизни вы все равно не успеете снарядить магазин. Так, гладкоствольный карабин стоит 106. Повышенная скорострельность и ускорение перезарядки. Не, ну возьмем, продадим. Это уже можно и нужно продавать. Петровна. Че ты тараканов не ловишь, а? Еще ржет в придачу. В общем, некоторые советуют прокачивать урон Петровны, вкладывая перки. Ну, я считаю, что это дело абсолютно вредное, так как толку от нее на поле боя никакого. Обычно она при первых выстрелах куда-нибудь исчезает по своим делам. А если даже не исчезает и бросается на врага, то особого урона ему не наносит. Поэтому, Петровна, скоро мы с тобой будем прощаться. Так, все здесь посмотрели. Вот масленка еще очень хорошая вещь. А деревянный ящик еще лучше. Даже лучше, чем Петровна. Так, Энтер 1. Не, не лучше. Петровна победила. Так, здесь мы всех вроде посмотрели. Идем за тем предметом, из-за которого мы тут сюда и пришли. Вот невозвращенная книжка тоже рекомендую. Их можно сдать в местную библиотеку. Причем не просто за спасибо, а с жетончики, которые можно поменять на всякое разное. Ну, оно обычно бывает очень всяким. Но иногда попадаются и неплохие вещи. По мере прохождения нам попадутся такие аппараты. И мы там дружно выполним свой гражданский долг, возвращая невозвращенные всякими негодяями книги. Книга, она ведь источник знаний. И как показывает практика, еще и источник жетонов. Так, вот. Теперь мы можем сюда войти. Выходим из надоевшего стелса и видим ядреный мини-заряд. Это мини-заряд для толстяка. Нам, в принципе, много их не надо, но штук 8 нам хватит вполне для прохождения квеста по освобождению форта. Но самое главное, тут лежит вот руководство по тайным операциям США. Состоящее, как мы видим, из одной обложки. Из этого делаем вывод, что тайные операции в США находятся не на высоте, что, в принципе, показывает реальная жизнь, где
то есть войска спец, кстати, войска спецвойска США, как бы в последнее время в основном обделываются, они выполняют задачи и достигают результатов. В общем, как-то у них все очень смешно получается. Желающие, в принципе, могут набрать в интернете и прочитать их отчеты об их последних успехах. А нежелающие могут поверить мне на зло. Нам попалась первая осколочная мина. Иногда она нас будет выручать. Но с другой стороны, я не люблю ставить мины. И поэтому продаю их всем желающим торговцам. Итак, мы все-таки открыли, ура. И это правда найс. Так, коллиматорные легкие. Так, из одного коллиматора мы его брать не будем. А вот ядреная батарея нам пригодится. Также в сумочке берем патроны. Здесь берем опять же веселых ребят. И ядреные колы. Итак, радарная станция у нас зачищена. Серьезного сопротивления мы не встретили. И поэтому бежим к последнему на сегодня пункту нашего назначения. На ферму Ten Pines Bluff. Где мы и возьмем квест на посещение завода Корвега. Прохождение этого завода займет достаточно большое время, поэтому сегодня мы его проходить не будем. Да и настроение что-то сегодня не очень. Так что лучше отложим до завтра. Ромашка. О, у них тут находится торговец. Экая удача. Business is good. Да я рад за тебя. Hi. My armor saved many a wastelander. Да, кстати, он продает хорошую броню для начального уровня. Take your pick. Так что мы сейчас посмотрим, что он тут продает. За 482 крышки. О, а это он продает за 10 тысяч крышков. Не, за такую цену ты носи ее сам. Тоже совершенно бесполезный предмет. Так как супермутанты здесь, конечно, распространены, но не настолько хорошо, чтобы носить броню против них. А вот это вот левый наручник мы с вами прикупим.
У нас тут есть коктейли с молотовым. Быстрый калиброванный пистолет. Мина. В принципе, и миниган у нас один уже есть. И чуть-чуть добьем. Вот армейский шлем. Даром не нужный. Кожаная одежда. Кожаная броня для левой руки. Для туловища. И для рейдера. Так, майка и джинсы дают нам удачу одну. Оставим. Удача никогда лишним не бывает. Так, также отдаем им квантовую ядерку, пускай берет. Веселые ребячьи кексы. Очищенную воду. Сахарные бомбы. Кстати говоря, вот приготовленная пища стоит вполне прилично. Нами приготовленная пища, я имею в виду. Поэтому готовить очень рекомендую. Вы будете не только на халяву восстанавливать свое здоровье и прочие способности, но и... Вот, например, стейк из когтя смерти стоит 65 крышек. Стимулятор, который считается, в принципе, самым дорогим там таким товаром и расхожим, всего 24. В принципе, мы можем отсыпать ему и стимуляторов, но лучше отсыпем чего-нибудь другое. Вот чашка с лапшой, например. Ядер вишни. Ядер черешни. Ну и добавим тыквами. Это мы трогать не будем. А вот патрон дробовика. Решит все наши проблемы. Одеваем только что приобретенный нарукавник. И получаем один к силе и один к выносливости. Это мы можем увидеть в разделе Special. Вот у нас появились плюсы для силы и для выносливости, что не может не радовать. А теперь быстренько знакомимся с местными. Сельхоз трудящимися. Подъем. Пистолет уберем. Ну, чего снилось? Понятно. Видимо, встала не с той ноги. I'm with the Minutemen. I'm here to help. You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas. We sent word. Так, тут будет ля-ля-ля-ля. Is there something you need my help with? Yeah, I'm damn glad. Sure. There's a raider gang. Как решать их проблемы, так сразу тон изменился на более дружный. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. Thanks, friend. Ого, она нам дала квест не на Корвегу? Ага, да, удивительно. Обычно она дает первый квест на завод Корвега, который находится тут ниже. И к которому я начал столь ответственно готовиться. Ну и ладно. В следующей серии мы с вами займемся этими квестами. Тем более, что там рядом находится пара мест, которые посетить надо обязательно. И потом вы увидите, почему. Так что не все так печально, как могло бы показаться.
Так, стремительный гладкоствольный карабин мы ей не продали. Продадим в следующий раз. А пока положим его в раздел оружия. Далее кладем туда майку и джинсы. Ушанку. Не сезон, потому что. Кладируем всю наркоту. Морковку туда же. Очищенную воду оставляем. Я ее ношу для бедолаг, которые встречаются по пути. Это приводит Гаврика в восторг, когда сидит какой-нибудь там типан и говорит: дайте мне воды. Ты да набери. И Гаврик приходит в полный восторг и начинает прыгать и биться головой о стены. От восторга, естественно. Стимуляторов нам столько не надо. Я там все выгружаю клавишей Т. И на этом прощаемся с вами до следующей серии. До свидания.